очень, Камила брат. Вот, спасибо, вот маска. Спасибо. Нет, мы не выйдем. Не выйдем, на работу едем. Давай все. Да сейчас купим, зайдем в аптеке. Я что, мы что, знали что ли? Нет, не знали. Вот вы сейчас нам сказали. Мы из Зеленодольска. Ну а что-то не знали. Ну не знаем. Ну нет такой возможности. Мы телевизор не смотрим, не знаем. Что нам кто-то сказал? Каждый что ли подходит, нам будет говорить что ли? Выходим. Мы обратно поедем, купим. Выходим. Нет, мы не пойдем, селом утаскивают сюда на нас. Руки. Я так, для тебя. А мы на работу едем, понимаете? И нет. Что теперь? Выходим, говорю. Какой выходим? Мы на работу едем. Чего применить, что ли? Ну, применять, я вот потом... Вообще, что ли, издеваетесь? Нет, не издеваемся, сейчас тоже выйдете вместе с ними. Выйдите, вообще уже. Выходим. Вы что делаете? А тут... Люди на работу едут. Да им никуда не уезжаем. Я сейчас на камеру засниму это все. Здравствуйте, Саш, не уезжай. Дайте какие-нибудь маски, если у кого есть, а? Прям жалко, сядь. Сука, заебали, урод, ебаный. Ой, господи. Да вот так, сделай. У нас маски. Работаем, что делаем? Это не работа. Когда отменят, тогда будет все как хотите. И так уже по последней, блин, на последний, конечно. Ну, мы дальше все на совет. У нас маски есть, вот. Товарищ милиционер, ну что ж вы какой? Человечный, маска-то не спасение. Да, хотя бы предупреждали бы. Предупреждаю, ведется видеозапись и выполнение закона 3-5. У нас тоже. Ребят, ну дальше... Ну все, обратно поедем, в маски купим. Сейчас нет у вас маски. Ну салфетки же у них есть. Ну салфетки влажные есть, они заменяют как маски. И что, ничего не заменяют? Заменяют. Что представить на самом деле? Выходим. Не задерживайте другой народ. Оставьте ребят в покое. Вы что делаете-то? Работаем. Вы что делаете? Работаем. Это не работа. Мы работаем. Мы на работу едем. Постановление кабинета министра. Мы сейчас зайдем в аптеку, купим. Вы не имеете права так говорить. Вы что делаете? За что? За что? За оказание сопротивления. Какое сопротивление? Вас не трогают, сидите спокойно. Я вообще свой телефон засниму. Снимайте. Снимайте. Выходим. Нет, мы не выйдем. Выйдем. На работу не выйдем. Вы не имеете права. Это что это такое? Вы что делаете-то? Вы что делаете-то, блядь? Вы что делаете? Отойдите, не трогайте меня. Уберите руки от меня, я вам еще раз говорю. Это что это такое? Зачем вы так делаете? Ну, товарищи, зачем вы так делаете? Ну, они тоже на работу едут, мальчишки, ну, вообще, ну, вы что, а? Ребят, ну отпустите. Ну зачем уж вы так делаете-то, а? У вас что, блин? Ну что? Ну зачем вы так делаете, а? Ну что делаете? Она ломает. Отпустите. Ну вы что делаете, ребята? Вас на видео снимают. Потом в интернете покажут. Покажут. Зачем вы так делаете? Ваша фамилия, скажите. Я выйду, не надо меня трогать, я выйду. Вот преступник, как будто он убил, что ли, того, а? Ребята, что прибил, пожалуйста, отойдите, говорю. Вы что, тварь? На работу еду. Ребят, мы на работу же едем. Мы мальчишки на работу же едем, ваша фамилия. Не такие, кстати, вы хотите. Спокойно, вы не так. Ну, они сейчас купят маски, но вы что творите-то, а? Ну, пожалуйста, отпустите, а? Они что, убили, что ли, кого? Ба, смотрите, пожалуйста, а? Коля, пусти, а? Да и буду я, как я на улице. А, да, узнаваешь, а? Да, попали вы все. Город Волжск.